Центр серебряного волонтерства «Молодой душой» создали в 2018 году. Его участники ведут свою деятельность сразу по нескольким направлениям: организация благотворительных мероприятий и концертов и патриотическое воспитание населения. За их плечами более 60 проектов. В прошлом году они провели более 1700 акций. Есть важный подросток, где серебряные волонтеры становятся шефами для трудных детей. У нас есть акция «Торопышкам с любовью», где мы мяжем вещички для новорожденных деток, недоношенных деток, которые родились раньше срока. У нас есть акция «Соседская помощь», когда мы помогаем тем, кто рядом и кто сам не в состоянии о себе позаботиться. В этом году они примут участие в акции «Красная гвоздика». Они будут распространять на улицах значки за пожертвования. Полученные средства направят на медицинскую помощь ветеранам. Сборщиков средств все отнеслись с пониманием. В прошлом году мы собрали 188 с копейками тысяч рублей. Старшие добровольцы помогают ветеранам войны, солдатам на СВО, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также домам-интернатам и детским центрам. Нина Чувашова состоит в одном из самых первых филиалов серебряного волонтерства «Вдохновение». Она, как и другие участники, помогает организовывать различные мероприятия. Чаще всего участвует в благотворительных концертах и мастер-классах. Ну, мы вот недавно были в интернате, ходили, по палатам ходили, пели песенки там. Они лежачие, которые больные, мы им пели песенки. Потом мы еще в парке Изумрудном ходим туда на всякие мероприятия. Вот в воскресенье мы были там, выступали, пели песни там. Волонтером, по заявлению руководителя организации, может стать каждый, у кого есть желание помогать окружающим. Для этого нужно обратиться в любую добровольческую организацию или в Центр серебряного волонтерства. Анна Москаленко, Марина Семичева, Илья Алексеев. Новости.